Фрейлекс, Хора і Хайтарма. Можливо, ви чуєте ці екзотичні слова вперше? Це назви танців різних народів, які століттями живуть поруч із українцями та зберегли свої музичні традиції. Про що співають греки на Дазов'я? На яких музичних інструментах грають болгари Бесарабії? Чому в українській музиці ми можемо почути єврейські мотиви? У подкасті «Музика розкаже» на Urban Space Radio ділимося історіями та піснями, які відшукав та записав Андрій Левченко в експедиціях у різні сторони України. Слухайте і відкривайте світ музики народів України разом із нами. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Родители, отец пел немного, братья пели. Просто народные, что слышали, то и пели. Со старших, кто были, пели. Ну, все село пело. На работу ехали, на повозках, и пели, женщины особенно, и мужики с ними пели. Такой был обычай, или что, ну, в общем, любили петь. Привіт, я Андрій Левченко, і це перший епізод подкасту «Музика розкаже». Я починаю свою історію з греків на Дазов'я. Згодом я більше розкажу, хто це і як вони опинилися в Україні. А перший, кого мені вдалося записати, це Василь Папазов, грек-румей із села Мала Янісоль, що недалеко від Маріуполя. Він відомий поет і спортсмен, але також пам'ятає декілька старих грецьких пісень. А зараз вже не слышиш. Я сам молодий був, йшов на свідання. Туда и шел ночью, пел, назад и шел ночью, пел уже после 12. После того я уже начал сам петь, уже пел современные песни, а эти уже уходили потихоньку. Ну, я помню, вот это я могу, что Семен Иванович пел. «Ганей Фаврам», да, это старая песня. Ну, оно как типа из сказки. Жили муж с женой. И, короче, разоболел сынок у них. И они искали, как бы его вылечить. Обращаются к Богу. Вот. Его жене снится, что Бог говорит, что это самое, чтобы вылечить вашего сына, значит, надо какое-то жертвоприношение. И Бог говорит им, вот идите туда, и там, в сторону солнца, идите, будет гора, там встретите. Короче говоря, надо в жертву сына какое-то, что они сына отдадут, они вылечат, получается. Короче, в жертву приношение. И он поет эту песню, такая она жалобная. И он в конце говорит, лучше, говорит, возьмите мои глаза, говорит. Я отдам вам мои глаза, только не трогайте моего сына, что такое. И поет эту песню. Йорма, Ізахо, селуна ту аксису, іртинь дауш стунурано, урізміна гнефісу, іртинь дауш стунурано, урізміна гнефісу. Гнефаврам, Гнефаврам, ти чимасуса Тора, а то ту стих зіс ту хурбан, на ту пайси індунора, а то ту стих зіс ту хурбан, на ту пайси індунора. Усмана свекіт, то ту фос, на валсачі путія, на вальс путія, на капсту йос, ну ти міскус гардія, на вальс путія, на капсту йос, ну ти міскус гардія. То сентуком, ту ілю фос, а то сентаха начам, пара на перс туком ту йо, епартакам та мача. Пара на перс туком ту йо, епартакам та мача. Надазовські греки – колишні мешканці Криму. Там греки жили пліч-опліч з кримськими татарами, доки півострів не завоювала Російська імперія.
Згодом, наприкінці 18 століття, Катерина ІІ ініціювала виселення греків на північне узбережжя Азовського моря. Тож тут, на узбережжі Азовського моря, греки заснували місто Маріуполь та декілька десятків сіл навколо. Для того, щоб записати грецьку музику, я поїхав саме сюди. Серед греків на Азов'ї розрізняють урумів та румеїв. І уруми, і румеї називають себе однаково греками, але в побутовому спілкуванні зазвичай порозумітися не зможуть. Урумська мова ближче до кримсько-татарської, а румейська споріднена з грецькою. Насправді ж діалект кожного села унікальний. У нас обичай такий, у нас старий Новий рік, ходять по домам співаки, поють. І от цю пісню, ну там раніше пели по 2-3 чоловіка, навіть і по 4, по 5 чоловік пели, і на різні голоса навіть пели. Я ж тоді працював в клубі немножко, ну, нечим було записувати. Якщо б записав би, воно сохранилось би. А так ніхто ж не записав. Ну. Я то, що запомнив там, на Трагузум та ведесь, напав на Трагузум, пойдем петь та ведесь, це значить така пісня, калідування. Вот это. Становились якраз проти боженьки, знімали ікони, да, знімали шапки і пели. И дарили ему такие большие калачи, на руки они надевали калачи. Христос и нистин харатун гозму, аршита каланда, аршиту хрону, Эланора калини мера, псайнитин, авринистатин, карутелин, донзев голоин, рапсиграмма кипану глои, теперотанантун зев голоти, теперотанантун ай Василий, тендемаси, як сенусиси, оксустеканданта паликария, аллилуйя тендемису, пусть дреху я тин харису, аллилуйя тендемису, пусть дреху я тин харису. Згодом я потрапив до Світлани Фаціно. Вона також живе у селі Мала Інісоль, пише свої пісні румейською мовою. Я пишу свої пісні. Ага. Я раз пишу свої, я пою свої пісні, теж на грецькому язикі. Я взагалі почала, я дуже любила музику в школі. Я хотіла вчитися на акордеоні. Ну тоді, коли я закінчила школу, ще не було цих музикальних дітей. А хто б мене возив, мама, медсестра, папа в колхозі робив, хто б мене возив в Володарський, я б училась. Вот это пропало. А музыка, я люблю музыку, я даже с детства еще в школу не ходила, я могла четырехстишье написать что-то сама, от себя что-то говорить. Ну, потом не писала, потом после школы даже уже начала работать, начала так, то стихотворение где-то, то это, то у кого-то юбилей. Уже где-то так, ну, серьезно, после 90-х годов. Ну, я когда пишу вот, конкретно вот песню какую-то, да, у меня сразу мелодия тоже. Симуре хумега мис юрти, флагом сасандала с дубсуми, сури втеца гола, а крисаних та олата страти спира се турисит ми сафир. Сури втеца гола, а крисаних та олата стратис, пира се турисит ми сафир. Улмас пасурев там сенандоп, харахлот ялтанси чердахлот, сартаньот бугаси дот, стара кримци чермахльот, улрумей сурев там сенандоп. Сартаньот бугаси дот, стара кримци чермахльот, улрумей сурев там сенандоп. Гочі б сама дом і сама кра, вияка то хроня кіпула, зини я чечізмунум, міс румека трагудум, а стуксерни тила румезун. Зини я чечізмунум, міс румека трагудум, а стуксерни тила румезун. Олмас мія і міць міскакі, ту бузуки панда послали,
Страгудум гигасхуревум калис козму асангевум симурехум мегамис юрти. Страгудум гигасхуревум калис козму асангевум симурехум мегамис юрти. Улмас пасурев там сенадоп, харахлот ялтанцы чердахлот, сартанет бугасы дот, стара крымцы чермаклет, улрумей сурев там сенадоп. Сартанет бугасы дот, стара крымцы чермаклет, улрумей сурев там сенадоп. Мегаюрты, не знаете, что такое, да? Мегаюрты – это у греков большой праздник. Ну и я это написала слова. Мне вот всегда нравилось вот «Выход с Крыма», вот это, именно вот эта мелодия. «Выход с Крыма» есть несколько, вот как «Хайтарма» есть несколько этих. Я очень любила танцевать. Я когда шла на свадьбу, мне надо не было ни петь, ни кушать, ничего. Мне танцевать. Я очень любила танцевать. И любите. И люблю. Музыка – это моя жизнь. Очень люблю. Вот так и написала эту песню. Ну, сейчас переведу вам тоже. Сегодня у нас большой праздник. Ждем вас с хлебом и солью. Собирайтесь со всех сторон. У нас открыты все дороги. Проходите, мы вас ждем. Все собрались в этот день, и перечисляю, янисольцы, сартаны, с бугас, с чермалыка, все собрались это, вместе. Переселились мы 2000 лет и больше сюда, но обычаи и культуру мы греческую не забываем. Мы поем по-гречески и танцуем. Значит, у меня со стороны мамы были люди, которые пели. А вообще, музыканты с отцовской стороны. Моего отца, брат родной, он погиб на войне, он играл на скрипке. Дедушка мой, он тоже погиб на войне. Он играл на свадьбах греческие старинные песни. А раньше у греков свадьба как проходила? Бубен и скрипка. Дайрек и чимане. Вот эти были два главных инструмента. И баяна тогда даже не было. Ну, раньше веселились люди только так. Вот свадьба была, это только такая греческая музыка. Не было ни эстрады, ничего. Вот была именно такая старинная греческая музыка. Скрипка и бубен. Це танець «Агір Ава» з вінілової платівки 1991 року. Його записав Олександр Ашла разом з працівниками естонського радіо і телебачення ще під час експедиції 1985 року в село Чермалик, що за 50 кілометрів від Маріуполя. Раніше греки грали також на тулуб зерні. Це такий інструмент, схожий на українську дуду або ж відому у всьому світі волинку. Зараз на тулуб зерні ніхто не грає, а сам інструмент можна побачити лише в музеї. Тепер грецьку музику грають переважно з баяном, кларнетом і бубном, або, як кажуть по-грецьки, дайре. Мені вдалося зустрітися з Богданом Самком і його гуртом «Охтрас». И наши старые музыканты начали плакать, что все, музыка пропадает, некуда это, некому передать. Я как раз закончил учебу, университет, училище, потом консерваторию. И думаю, слышишь, а я ж могу это все сделать. И я им предложил, и все, и они согласились. А
потом пошло-поехало, пару концертов, пару свадеб, пару день рождений. А теперь ко мне через день кто-то приезжает. Первый раз мы сыграли на сцене на День медика. Да, в 13-м году, потом началась война. Это мы такие счастливые. Да, есть фотографии. Ну, там другой у нас кларнетист был, одна фамилия Сколькин. Ну, конечно, с репертуаром было потуже. Нас как бы сразу, мы начали играть. Начинают звать туда-сюда, но мы понимаем, что они это видят, мы на сцене сыграем пару песен. Они думают, что мы так... Ну нет, мы понимаем, что не на свадьбы куда-нибудь, ну, мы не можем пока что идти. Потом появился Колька, вот он вообще трудолюбивый к этому делу, и пошло вверх. Богдан и я, как бы, ну что я? Богдан знал и сейчас знает, у него великий репертуар. Но для кларнетиста это вообще тяжело, вот это все, что мы играем, учить. Они вот вместе собираются, я, не, ну, редко когда с ними. Он с нами уже да. Так по факту. Да, а Колька, вот коли прийшов, он уже все. Козирок в рукаві, все. От. Це молоді музиканти, які продовжують грати грецькі танцювальні мелодії. Богдан Самко грає на баяні, Микола Шамлі на дайре, а Микола Качекан на кларнеті. Царство Небесное, Гала Иван Григорьевич, он от годовщины недавно было, он умер. 9 мая. Да, вот он был вообще такой активист этого дела, он был фанатом греческой музыки, греческого образа жизни, той, по старинке. И вот он знал старые мелодии, все, и он, у него много учеников, баянистов было. И я к нему ходил, и Богдан к нему ходил. Вот он был активистом, он знал такие старинные мелодии. От него у нас да. Это все пошло. Да. Это да. Он как бы вот. Все возродил. Да. Там он со своим ансамблем, только у него было все. Мужики его возраста, но у него была скрипка, кларнет, бубен, и он баянистом был. Они играли и свадьбы, так в то время, когда не было ни кассет, ничего, они все играли вручную. Все это 3 дня была свадьба греческая раньше. 3 дня. И они 3 дня... играли проводы, день рождения, свадьбы, все праздники, все это ложилось на руки и тех музыкантов тогда. Вот тоже вот Иван Григорьевич говорил, дед твой играл, еще с Иваном Григорьевичем играл, еще раньше. Да, он говорит, у меня бубен остался, я постоянно хотел, ну пришел к нему,
сразу пришел к нему. Ну, не могу обхватить, малой тогда был, еще где-то, я не знаю, пятый или четвертый класс, так хотел я. Он говорит, ты не можешь держать его, еще старый бубен. Потом 9 класс, он меня сам позвал. Ну, что ты еще хочешь? Я говорю, ну, конечно, хочу. И к нему домой. Он мне, честно говоря, он еще, он умел играть на бубне. Он мне показал бои несколько, все. Ну, самая его фишка была, он всех своих учеников, он постоянно хвалил, чтобы было постоянно желание. Постоянно желание. Я к нему ушел в любые погоды, все, он такой был гостеприимный, все. И он хвалил постоянно, играл. Мы с ним часами сидели, играли. Я уже вот свое начал придумывать, все. И он говорил, вот это красиво, вот это не делай так, это некрасиво. И оно получилось. Следующую мы будем играть, это эти чавдары, Пернешу Астро Ансамбль, это тоже ихняя песня старинная. Они ее не знают, это, а я ее выучу, но тоже это хорошо, что Саша Рыбалка оцифровал, короче, вот ту бобинную кассету, что я тебе рассказывал. И вот там есть такие много песен, но пока мы только эту взяли. Песня Шиле Хрончита на зум. Ну, типа, идемте, это как призыв, идемте, ребята, будем танцевать, петь, тысячу лет мы пели, тысячу лет и будем еще петь. И пока, даже пускай мы постареем, мы все равно будем петь, короче, не унывать. Thank you.
Сподіваюся, за цей невеликий епізод ви встигли зазирнути у світ музики греків, що живуть в Україні, і почути музику з Азовського узбережжя. Вона звучить там вже більше 200 років. Дякую Олександру Рибалку та Богдану Самку за допомогу у створенні цього епізоду, а також усім грекам, що гостинно приймали мене під час експедиції. Над подкастом працювали команда Urban Space Radio, автор Андрій Левченко, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрікєєва та інші.